Привет, я Виктория Сокур, хореограф и руководитель центра танца Ториус. Сегодня 1 марта, и у меня появилось спонтанное желание рассказать и, возможно, в дальнейшем поддерживать такую рубрику, как влог. Сегодня мне хочется рассказать о дне сегодняшнем и о тех занятиях, которые у меня будут. Первое занятие, которое уже произошло, это было индивидуальное занятие. Мы с прекрасной Ксенией занимались танцем сальса. Я вообще специализируюсь на бальных танцах, но несомненно, конечно же, я танцую и понимаю, и умею танцевать и меренге, и бачату, и сальсу. Поэтому мы разучивали с Ксенией сальсу, остановились на некоторых базовых движениях, работе корпуса, композиции. И хочу с вами поделиться тем, как танцевать танец сальса. Например, базовое движение исполняется в этом танце таким образом. Шаг назад на правую ногу, перенесли вес, и шаг вперед на левую ногу, перенесли вес. Подсчет это получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если мы танцуем движение в сторону, basic движение, то мы исполняем в сторону 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается, мы исполняем basic назад, basic вперед, basic в сторону и basic в сторону. Это самые простые движения из танца сальса. Я думаю, вы запросто можете повторить вместе со мной и использовать на каких-то сальса-вечеринках, танцевать соло, если у вас нет партнера. Мне кажется, это кайфовейшая идея. После состоялось первое занятие у начинающей группы. Я показывала танец меренге. Я этот танец обожаю за свою простоту и возможность использовать этот танец везде. Вы пришли на латино-вечеринку, вы там будете чувствовать себя как в воде. Вы пришли на какую-то джаз-вечеринку, эти все движения можно также переделать, и вы себя будете отлично чувствовать. Даже если вы пришли на украинскую вечеринку, хотя я не знаю, какие у нас проводятся в Украине, вы там все равно, может быть, применить эти движения, стилизировать их под свои ощущения. И это тоже зайдет, и вы себя будете кайфово чувствовать. Я хочу вам очень показать меренгу, эти базовые шаги. Поехали. Первое движение – это шаг-приставка. Исполняется оно так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Второе движение – это шоссе. Раз, два, три, четыре. И мы делаем частичный шаг в сторону, но с поворотом. 5, 6, 7, 8. Дальше мы делаем опять шаг-приставка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шоссе. 1, 2, 3, 4. И поворачиваемся направо с шагом в сторону налево. 5, и 6, и 7, и 8. Дальше мы танцуем квадратик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и заканчиваем движение ходьбой на месте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот такое движение. Сейчас покажу под музыку. Полное обучающее видео я выложу позже. И немножко несколько кадров с нашего занятия, которое было сегодня. Энергия.
Круто, я буду у нас обыдом танцевать. Круто. Приходите. А сейчас у нас меняется атмосфера в зале. И будет занятие по танцевально-двигательной терапии. Это вид психотерапии, который помогает обрести целостность, почувствовать расслабление, спокойствие, познать себя. Я являюсь дипломированным психологом и танцевально-двигательную терапию просто обожаю. Я знаю, какое плюсов, сколько много плюсов, какие происходят изменения, трансформации вследствие использования этой методики в своей работе. И на себя это испробовала, и также на тех, кто занимается этим в группе на индивидуальных. Поэтому у нас сейчас будет эта практика. Я буду уже переодеваться, мыть пол, и, возможно, мы встретимся с вами. Я что-то еще расскажу вам, что мы делали, чем занимались. Более глубоко и детально уже после практики. Я еще люблю создавать приятную атмосферу за счет свечек, гирлянд. Гирлянды — это свечи, это не знаю, мое. Не знаете, что мне дарить? Дарите гирлянды и свечи. Ну, можете еще $100 подарить. Вот, очень получается в зале атмосферно. О, сейчас еще дерево это включу. Дерево это вообще. Оно. Ну и не знаю, я обожаю ту лампу. Ну, в общем, yes. Сейчас будем начинать. А, мне еще нужно помыть пол, да. Попробуйте включить все тело и заняться исследованием таких состояний, как радость. Какое такое состояние? Может быть, кисти, руки, позвоночник, таз. Что у вас вызовет, оно радость. Позвольте себе почувствовать радость хотя бы на этот часик-полтора. И что это за такие движения, которые вам поможет лучше чувствовать. Завершилась танцевально-двигательная терапия. Сегодня мы работали и контактировали с внутренним ребенком. Внутренний ребенок отвечает за спонтанность, радость, живость, творчество, за то, чтобы жизнь была наполнена вот этими красками, которые красками радости, которые очень-очень-очень важны в жизни каждого человека. Я очень танцевально-двигательную терапию люблю, и работа с телом в терапии считаю важнейшим инструментом. Все через тело происходит. Осознавание, все изменения, все через состояние тела происходит. Поэтому я и провожу эти практики для людей, для их ментального здоровья. Я уже собираюсь домой, и такой небольшой вложек моих занятий получился. Если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, я буду очень рада прочитать и обсудить это в комментариях. Поэтому на сегодня пока, и встречаемся в следующих моих других видео.